Эй, ребят, всем привет, приветствую вас на канале Play at Home. Ну что, продолжаем с вами играть, проходить наш Зоо Тайкун. И сегодня с вами ждет новая постройка новых вольерах, а также завоз наших новых животных. Каких, как правило, я думаю, вы уже, наверное, все и так все знаете, это наши макаки будут. Так, ну что ж, где мы с вами будем их располагать? Да, во-первых, давайте на самом деле почитаем вообще, кто они, где они и что им вообще от нас требуется. Выбираем животные, где у нас они идут. Так, кстати, а может кто-то новенький у нас открылся, сейчас посмотрим. Так, новых нету. Кстати, многие писали про фламинго, у нас фламинго просто три штуки уже есть. Смысл нам от них, я не знаю, нет смысла, наверное, больше ставить, да? Точнее, два разных вида по три штуки. Так, шимпанзе, что для них требуется? Тропики. Ну, естественно, ну что за глупый вопрос, конечно, бы. Но, однако, стоило перепроверить на всякий случай. Ладно, давайте тропики мы с вами-то разместим, наверное, где-то вот с этой стороны, над львами. Я думаю, это будет очень круто, и тем более мы это, в принципе, закуем, окутаем вот эту нашу скалу. И здесь как раз-таки рядом наши работники есть, поэтому, в принципе, сам Бог велел здесь это все делать. Так, где наш вольер? Так, тропики. Вот у нас они здесь. Их надо исследовать. Ну, давайте исследуем и большие, и средние. А, кстати, пока у нас все изучается, смотрите, у нас с вами все, в принципе, в отличном состоянии находится, кроме чистоты. Но, понятно, наши товарищи не успевают убирать еда, напитки и туалет. Поэтому предлагаю это быстренько сейчас все наверстать и исправить. Так, туалет, у нас 40 туалетов, с ума сойти, им этого мало. Но хотя, с другой стороны, на такую большую территорию, думаю, наверное, да, действительно мало. Ну, давайте попробуем поставить один вот тут, сейчас, с этой стороны, да. Так, отлично, мы его поставили, соединяем вот здесь дорожками. И соединим еще, наверное. А, нет, не будем больше соединять. Так, просто улучшаем. Дальше. Так, нам надо еще приобрести парочку. Один еще вот здесь расположим с вами. Отлично. Соединяем вот так его. И соединяем еще вот тут. Правильно? Правильно. Так, также сразу максимальное улучшение. Что смотрим там у нас по... наши, так, вот, туалеты стали лучше уже, да? Ну, тогда еще парочку накинем. Следом за туалетами мы с вами ставим, правильно, это офис уборщиков. Так, также их прокачиваем на максимум и занимаемся наемом персонала также на 3 звезды. Так, первого наняли, второго тоже на 3 звезды. Так, третий у нас идет, есть кто-то поинтереснее? Там, блин, придется их тогда прокачивать. Ну, хорошо, прокачаем, ладно. И так далее. Все, отлично, всех пятерых мы с вами наняли. Так, смотрим, что у нас по состоянию. Ну, вот, частота стала побольше, еда, напитки. Кстати, еда, напитки. У нас с вами появились пиццерии и мороженое, блин. Если выбирать пиццу или мороженое, кто бы что выбрал? Я бы, наверное, выбрал все-таки пиццу. Пицца прямо вот, люблю пиццу. А, давайте ее, наверное, кстати, у нас идут с вами кафешечки вот тут. Ну, предлагаю, кстати, а мы можем дальше вот такой некий разделитель сделать. Мы поставим одну точку вот так. Отлично, вот здесь ее сейчас соединяем. Также на максимум ее прокачиваем. И следующим за ним у нас идет киоск с мороженым. Вот тут. Вот так его поставим. Единственное, может быть, даже бачком. Хотя нет, вот так будем делать. Вот так, отлично. И соединяем его. А это некий такой наш некий разделитель будет. Так, лучше, да. Что там у нас по магазинам? Ну, магазинов стало чуть получше уже. Еще если парочку добавим, но это уже после шимпанзе наших. Мы как раз таки здесь будем сейчас сами ставить. И после всего этого прочего уже мы сможем до конца понять, как нам правильно где расположить всякие магазины. Так, ну что, тропики у нас одни изучились на самом деле. Давайте возьмем большие, посмотрим. Ох ты, слушай. Ну, они реально большие. Но мы их теоретически можем прямо-таки в аккурат со стеной вот так ставить. Правильно? А внутреннюю часть мы сможем спокойно забить либо маленькими магазинчиками, либо декорациями, кстати, как вариант, да? Так, ладно, тогда соединяем. С туалетами мы обязательно его соединим, но не сейчас. Хотя, давай, наверное, сразу. Да, вот так вот. Так, первый вольер мы поставили, да? Нам, получается, всего 4 надо. Так, следующие тропики у нас идут большие вот сюда. Также мы их продлеваем. Слушай, а может вообще все большие сделаем и не будем париться? Неплохой будет вариант, на самом деле, реально. Так, сейчас попробуем проверить, как они у нас вообще будут загибаться. Ну-ка, вот в эту сторону. Слушай, ну теоретически его можно сюда внедрить, да, можно. Давай все большие поставим, во. Нафиг нам средние эти нужны. Конечно, может быть, они бы смотрелись лучше, но на... Кто? Мы не будем экономить, наверное, на себе, на нашем крутом зоопарке.
Так, и последняя точка у нас четвертая, да, идет. Так, тропики. Вот у нас большие. Почему какие-то макаки должны, блин, быть в тесноте, другие прям по красоте жить? Пускай все живут в равных условиях. Вот так вот. Вот так мы его развернем. И также их сейчас соединим. Так, это мы соединили. Единственное, давайте сейчас посмотрим тоже по украшениям, что у нас с вами имеется. Так, Так, декорация. Есть ли у нас что-то с обезьянками связанное? Так, бастует, хорошо. Сейчас мы с ними поборемся. Так, это у нас, это куала. Слушай, а походу с макаками нифигашеньки у нас и нету. Да, печаль, тоска. Так, ладно, оформление. Это нам ничего не надо, площади. Сейчас мы посмотрим. Тематику с обезьянками. Обезьянок у нас тоже здесь нету. Блин, как плохо. Хорошо, пруды, ладно, а скульптура? Ну, по-любому же должно быть что-то с обезьянами связано. Неужели вообще... А, вот, смотри. Шимпанзе как раз-таки, да? Их мы сейчас исследуем и здесь поставим. Слушай, а фонтаны с обезьянками? Фонтан с обезьянками. Так, лемуры. Не, макак наших и всех остальных нету. Тогда просто, получается, поставим скульптурку. 132 тысячи захотели. Офигеть. Ну, конечно, да, вариантов немного, поэтому однозначно оплачиваем их. Так. Кстати, давайте-ка сразу, наверное, раскидаем все наше оборудование для наших обезьянок, да? Так, во-первых, начнем с заботы о животных. Первое, что мы сделаем, это, естественно, что у нас они едят. Это у нас едят овощи. Однозначно ставим на улучшение. Дальше, следующая точка у нас с вами пойдет. Давайте, наверное, поставим помывку рядышком в виде птицы вот такой, да? Ой, нет, не то нажал. Вот так, это улучшаем. Дальше, следующая у нас с вами идет. Давайте поставим фрукты. О, у нас кто-то родился рядышком. Так, кстати, стоп, у нас зона взаимодействия. Это же обезьянки, они у нас по-любому могут... игра на подражание, да. Однозначно ее поставим. Так, забота о животных, так, еда поставили. Может быть, еще одну точку мы можем поставить. Давайте поставим для них листья. Да, они едят шимпанзе? Да, едят. Пускай будет, хуже не будет. У них прямо будет огромный рацион среди всякого разнообразного питания. Так, дальше, ну, однозначно игрушки, наверное, да? Нет, хотя, смотри, вот эти, наверное, да? Шимпанзе подойдут. Давайте поставим такую цветастую. Сюда мы поставим, наверное, лазалку. Вот такого плана. Так, все, только две точки. А, ну ты смотри, не так уж и много. Хотя, по сути, им другие там вещи тоже будут особо и не нужны. Так, что мы здесь делаем? Украшение. Естественное украшение, естественно, ставим. А вот сюда. Дальше. Это мы ставим здесь какой-нибудь обелиск. Сейчас. А тут мы поставим какую-нибудь статую. А, здесь, наверное, давайте фреску в виде вот таких вот, наверное. А, ну и все, в принципе, да. Ну и то же самое сейчас делаем со всеми остальными. Если честно, прямо очень сильно интересно, как у нас будет работать вот это стекло. Так, слушай, ну, видно все заляпанное. Ну, кстати, уже, слушай, это прямо интересно, это прямо интересно. Ну, ладно, давайте завозить животных. Ну, и первых давайте, наверное, завезем нигерийского камерунского шимпанзе. Вот сюда, у нас их две штуки, к сожалению, да, маловато. Мальчик, девочка и дитя. Ну, тогда окей, всех сюда троих пока сразу и завозим. Так. С этими мы разобрались. Дальше. Следующий у нас вольер. Это вот этот идет. Приобрести животных. Так, шимпанзешка. Шимпанзешка вот это у нас, да? Тоже три штуки. Ну, да. Можно было что-нибудь поинтереснее и подороже, но, к сожалению, пока, увы и ах. Слушай, кстати, а вообще сколько там их должно быть в группе? Четыре штуки минимум, ты смотри, да? Лады. Так, следующая это нам идет вот сюда. Так, приобрести новое животное. Вот шимпанзешка наша. Шимпанзе Бонобо. Тоже трое. Ты смотри, а. По-моему, они какие-то чересчур мохнатые по отношению ко всем остальным. Не? Или мне показалось? Скорее всего, показалось. Так, и здесь у нас последние остались. Ой, пролетел мимо. Так, шимпанзе обыкновенный. Блин, я думал, хотя бы обыкновенных будет побольше. Слушай, младенец такой прямо вот так пальцем касается, как будто бы, эй, чувак, ты лайк поставил? Так, о да, блин, это закрываем. Все, их начинают нам возить сейчас. Да, вон их нам потихонечку начинают завозить, и смотри, сразу начинается угар у них там происходить. Ну-ка, так, маму с папой мы тут вообще отличим, нет? Или хоть бы фиг? Так, это папа не походу по-любому, а это девочка. Слушай, ну, морда-то у нее такая помилее. Ох ты, смотри какой, это Джеки Чан прямо. Мелкий. Чего, она пытается разговаривать? Серьезно?
Нет? Или показалось? Так. Мужик, ты куда пошел? Паскаль. Он мне что-то отвечает, но я не понимаю, что он хочет. Так, ну-ка давайте попробуем сейчас телепортироваться все-таки к нашей установке. Очень, кстати, крутой здесь вид на этот вольер, на этих животных около водопада. Прямо бомбезная, мне кажется, штука. Я бы с удовольствием бы хотел бы посетить свой зоопарк. Мне даже интересно, если бы ты хотел попасть в мой зоопарк, поставь плюс в комментариях. Мне просто даже интересно. Лайки и лайками, а вот мне интересна реальная активность ваша. Кому бы интересно было бы посетить именно этот зоопарк. И, естественно, для вас был бы вход бесплатный. Ну что, давайте попробуем как-то поиграть с животным. Товарищ Паскаль, сюда хоть. Идет сюда, смотри, идет. Я еще ни разу не видел, как это вообще выглядит даже. Так, а чё, SQ? Чё? А, режим от первого лица. Ну, и что ты хочешь, я сделал? Рот открыть? Ну, походу, да. А, ну, типа, на кнопки успевать нажимать. Он, типа, за нами повторяет. Хорошо. Дальше. Давай. И не получилось, да? Ну, половину. Так, уровень животных. Ну-ка, сейчас еще раз попробуем. Пичулю дал, ты смотри. Красавчик. Давай еще. Такое стекло, слышишь, не сломай. Вот так, короче, начинается, блин, планета обезьян. Братан, все, остановись. Он, блин, что-то он сбунтовался, походу. Эй, бро, ты что? Ты что творишь-то? Так, ну лапами дал, он за нами повторил. Ну такое себе, если честно, мне кажется, было бы намного веселее взять его просто облить и все. Или там покормить на ходу конец. Давайте, кстати, посмотрим, есть ли у нас возможность сейчас его завести. Еще ему, так, еще обезьяночек. Так, приобрести животное. Где у нас он тут? Шимпанзе. Так, да, слушай, некоторые, ну везде почти появились. Так, только кто у нас здесь, что за вид? Это у нас нигерийская, да? Так, информация. К сожалению, в этой локации очень мало у нас животных будет. Все остальные будут находиться у нас в Америке. Я на самом деле думаю, может быть, закончим сезон по нашему зоопарку. Я думаю, может, еще одну серию сделать и поехать в Америку. Ну, как мне кажется, это оптимальный вариант. Так, сюда мы двоих завезли. Погнали дальше. Здесь у нас вот эти находятся, Молли и Бориса. Сюда однозначно завозим. И, кстати, уже теперь в каждом вольере стало по 5 штук. Поэтому стало уже поинтереснее, повеселее, там скажем. Так, что у нас информация о животных? Кто у нас здесь? Здесь у нас Бонобо, да? Приобрести животника. Так, шимпанзе, Бонобо. Тоже два. Элла и Чингис. Отлично. Так, ну а там у нас, насколько я помню, это обыкновенные у нас шимпанзе. Так, животные приобрести, точно так же выбираем шимпанзе, и вот обыкновенные у нас. Да. Как это начали у нас, ты смотри. Ну, мы сейчас поборемся с этой тематикой. Все, отлично, всех их завезли. Там у нас, кстати, получается 20 уже обезьянок здесь. Ну-ка, давайте еще посмотрим, как у нас они тут выглядят. Ты смотри, мелкие, что творят здесь. Они тут прямо угорают, и мне кажется, здесь отлично и очень даже нравится. Конечно, прекрасно понимаю, что животные все-таки находятся в некой неволе, но... Иногда такая неволя лучше, чем та самая воля, да? Так, все, че, отдохнул? Отдохнуть решил? Блин, нифига ты там храпишь. Чешешься, блин, весь, у тебя пыль какая-то аж поднялась. Мы, кстати, посмотрим сейчас, будут ли отличаться все эти животные друг от друга. И ты смотри, ну да, нафига, конечно, бежать, если можно просто взять кувырок сделать. Смотри, какое крутое место, там, знаете, как прям такая некая скала какого-то, знаете, злого или, наоборот, доброго ученого, который наблюдает за своими питомцами. Ну, причем там, кстати, сидит не один. Походу, тут восстание начинается у нас мелкое, да? Ну-ка. А как ты, кстати, играешь на этой штуке? А, ну понятно, все. Блин, гусы, такие забавные они, откровенно. Забавные и шустрые, очень. Это у нас, кстати, с вами шимпанзе обыкновенные. Но у них однозначно необыкновенная любовь. Но, как вы заметили, они действительно все выглядят одинаково. Может быть, отличаются плюс-минус какая-то раскраска, но основная порода такая, скажем так, именно в плане физики этих персонажей, скинов, очень сильно схожи друг с другом. То есть, как бы, какие-то кардинальных особенностей друг от друга нету. Может быть, все-таки действительно, да, только какой-то, знаете, небольшой раскрас. Он на морде белые пятна у них там есть, да, и может быть, они какие-то более такие...
озверевшие, что ли, можно так выразиться. О, да-да-да, ты смотри, то же самое творит, но... Угорай, чувак, угорай. Людей собирай здесь, главное. Ага, слушай, а у нас же это самое, с вами, ну, должна была уже изучиться. Так, статуя, сейчас мы ее попробуем найти. Так, где у нас декорация, скульптуры и где у нас обезьяны? Обезьяны вот у нас, шимпанзе. Сейчас мы их вот здесь, наверное, как раз-таки при входе и поставим. Все будут знать, что здесь у нас обитают обезьянки. А, наверное, даже был бы отличный вариант, если бы мы убрали вот эти дорожки бы, да? И на их месте сделали бы, наоборот, проход через вот эту скульптуру. Ну, ладно, не будем эту тему заморачивать, оставим вот это все как есть. Так, улучшаем ее, естественно, на максимум сразу же. И соединяем их вот таким вот путем. Кстати, это, думаю, тоже соединим. Вот так, отлично. И последняя точка у нас... А, все, больше не хочешь, да? Ну, ладно, окей. Кстати, ну как там она вообще в реале-то выглядит? Ну, куда посмотрим. Слушай, прикольно, кстати, сделано. Ну, здесь такой, знаете, такой обезьяний мир. Да, планета обезьян прямо-таки. Прикольно, кстати, получилось, реально. Смотри, кстати, то, что мы построили с тобой парочку магазинов, да, еда, напитки, у нас с вами поднялась, в принципе, до зеленой отметки. Это характеристика, что не может не радовать. Единственное, кстати, по поводу обезьян. Мне вот интересно, что потребуется для того, чтобы изучить последнюю, пятую обезьянку? Ну-ка, сейчас мы ее посмотрим. Так, шимпанзе, что требуется? А здесь ничего не написано, да? Так, этот зоопарк не может купить этот вид. Хм, понятно. Окей, а самое что интересно, получается, что, скорее всего, это что, последняя серия? Вы посмотрите, все эти задания животные заблокированы. Хм, интересно. Для открытия их не требуется уровень, они просто не подходят под данный зоопарк. Ты смотри, какая петрушка. Да, ягуаны, посмотри, какие у нас здесь есть. Дикобразы, крутое, огромное количество змей. Кайманы, кокодушки разнообразные. Ты посмотри, сколько их тут есть. Офигеть, куалы. Тазманский дьявол, даже, блин, медведи. Так, муравьеды, павлины, панды. Огромное количество животных. И все они пройдут мимо нас, походу. Пустынные змеи, смотри. Хм. Да, походу, действительно, нам потребуется сделать переезд нашего зоопарка на вот этот самый, на новую территорию. Но это все будет уже от вас зависеть, на самом деле. Если хотите, то, естественно, поддержите тогда ролик лайком. Ну и если будет достаточное количество, значит, я это воспримем как знак к действию. И пора с вами переезжать на новую территорию. Но тогда на этом я с вами прощаюсь. Вот именно так, очень странно, но вот... Предел развития, да. Все, как всегда, все зависит от вас. А с вами был дядя Сережа Плей. Надеюсь, вам понравилось все. Наши обезьяны рулят. Всех люблю. До новых встреч, всем пока.